багато цікаво від Антона Рудича, який, ну, перш за все сказав, що це не така велика і потужна галузь, яка може відстоювати свої права на нашому ринку. Тож, можливо, ви скажете зсередині, наскільки потужні ви, чи зараз дійшло до того, що кожен сам за себе. Давайте з'ясуємо от про цю сферу, наскільки вона має вплив на нашу економіку. Вы знаете, при всем уважении к Антону, я бы хотела все же чуть поправить его по одной простой причине, потому что туротрасль довольно потужная галузь. В этой отрасли задействовано 250 тысяч человек. И за прошлый год наша отрасль отправила за границу более 4 миллионов человек. Я прекрасно понимаю, когда нас упрекают в том, что наш процент от ВВП Украины слишком мал, да, для того, чтобы заявлять о себе как о великой отрасли, как Антон говорит, да. Но, к сожалению, в этом проценте, их всего лишь два, да, есть как внутренний, так и международный туризм. Так вот, по международному туризму 4 миллиона отправленных туристов для страны Украины довольно большой процент. Это первое. Касательно внутреннего туризма, скажу следующее. Мы, естественно, очень заинтересованы развивать внутренний туризм. Но, к сожалению, если его не развивали 29 лет, да, если инфраструктура находится на таком уровне, который восстанавливать придется не месяцы, а годы, и для этого потребуются огромные средства, то при всем желании, как бы не хотел туроператор или турагент, скажем, развить свою любимую державу, первые месяцы, особенно, ну, я думаю, до сентября, октября, то если мы будем продолжать верить в эти сказки, то украинская отрасль туризма просто умрет, она обанкротится. Я прекрасно понимаю, что можно говорить красивые слова, обещать. Ну вот нам, допустим, Кабмин указан 392-м, пообещал, что откроются международные авиаперевозки по странам мира. Да, вот вы только что говорили, что Грузия нас готова принимать, Турция, Египет. А давайте поговорим о другом. На каких условиях эти страны готовы нас принимать? А вот тут цікаво. Почему все молчат об этом? Та, вот да? Тут цікаво. Давайте, можливо, информацию, яку мы не маємо. Давайте инсайт. Ксения, смотрите, очень много профанации, которая сейчас идет в эфирах, в СМИ. К сожалению, для того, чтобы рассказать о этих всех условиях, нам с вами понадобится минимум час или два. Я скажу только одно. Большинство стран мира, в том числе и Израиль, вот я хочу очень обратить на это внимание, сейчас полностью отказывают нам, Украине, в лете в их страны, да, для наших туристов, по одной простой причине, потому что нас считают страной третьего мира, как бы это страшно и грустно для нас не звучало, и согласно их заявлений, считают, что количество протестированных украинцев, да, на COVID-19 является недостаточным для того, чтобы наши туристы, наши граждане могли влететь в. Если мы говорим об Израиле, Израиль был первый, который заявил о том, что готов нас принять. Несколько дней назад мы узнали о другой информации. Уже Израиль нас не готов принимать. Понимаете? То есть и при этом, вот я о чем хочу сказать. Наша отрасль на сегодняшний день самая уязвимая в Украине, потому что она не имеет четкой карты выхода из карантина. Понимаете? Государство не предоставляет нам право достигнуть каких-то резонансных мер в отношении других государств. Они не доказывают, допустим, или не ведут переговоры, что Украина готова поставить в аэропортах определенные средства защиты, что они готовы проводить быстрые тесты и так далее. Более того, отсутствуют программы открытия границ в те страны, которые не закрывались с нами, не делали ограничения по закрытию границ. Да? Нет реального зеркального отображения по границам и так далее.
То есть в туристической отрасли, да. Пані Ольга, я просто хочу поточнити, да? Тобто ви зараз так розкрили комплекс питань, які має бути стратегічно розроблені, а не лише оці, от як вони виглядають, фікції, які лунають від офіційних джерел, що ну це ж Європа закрила кордони, це ж не ми ж вже готові відкривати, а тут виявляється, що глибина цих проблем, вона досить широка, не тільки глибока, а цих комунікацій з туроператорами нема наразі, взагалі нема. Чи у вас є якась, можливо, представницька організація? Ви знаєте, да, смотрите, какая у нас ситуация на сегодняшний день в отрасли. К сожалению, авиакомпании, туроператоры и турагенты – это три разных лагеря, которые до сих пор при всем нашем желании активистов, скажем, турбизнеса, объяснить, что мы сейчас все находимся в одной лодке, пытаются вести каждый свои переговоры с министерствами, с государственными какими-то чиновниками, которые даже мы не понимаем, где наш четкий план действий. Я считаю, что нам пора объединиться, нам пора понять, что туристическая отрасль — это и отельный бизнес, это и авиакомпании, и туроператоры, и турагенты, и посредники. Все эти люди, мы одна большая семья, которая должна сейчас доказать туристической отрасли Украины, если в течение месяца не добьется результата от Министерства иностранных дел, чтобы они начали диалоги, просто умрет. И 250 тысяч человек залишиться без работы на улице. Це зрозуміло. Дивіться, от тут ще цікава інформація про плани держагентства, як виводити бізнес. Ну, виводити вони вирішили перш за все з тіні. З цією метою планують створити єдиний реєстр суб'єктів туристичної діяльності, а також розроблять програму грантової підтримки підприємців. Ну, я не знаю, яких саме підприємців. Але це, я так розумію, що стосується внутрішнього туризму чи взагалі всіх. А більш того, от ви сказали про внутрішній туризм, це ж не турагенції мають займатися налагодженням інфраструктури, створенням дійсно конкретно спроможної інфраструктури, аби іноземцям, а навіть українцям в інших містах було цікаво поїхати кудись і проживати в нормальних умовах, їсти нормально, споживати їжу і таке інше. Це ж держава має опікуватися, не агенції. Тож вам я розумію, Сеня, ви самі відповіли на цей питання. Тому що, от представте собі, коли зараз по всьому світу йде інформація про те, що Україна знаходиться в неправильной, неблагонадежной ситуации с COVID-19, кто из зарубежных туристов поедет в Украину? Ну, давайте так честно спросим. Это первое. То есть на зарубежного туриста пока рассчитывать нечего. Украинский так. Турист. Украинский турист, естественно, вынужденный, если ему не откроют границы, будет отдыхать в Украине. Но вы правы. Ни туроператоры, ни турагентства не виноваты в том, что, грубо говоря, между одним пунктом А и пунктом Б дороги в таких состояниях, что проехать путь, который в других странах преодолевается за 20 минут, приходится 4-5 часов. Понимаете, Ксения? Це на початку. То есть денег на восстановление нашей внутренней инфраструктуры не существует. Не существует. Пані Ольга, ми вже маємо закінчувати, просто я хочу наостанок запитати, от ви сказала перспективу, так, це втрата робочих місць, це втрата взагалі нашого, скажімо так, сектору туристичного бізнесу. Ну і інше питання, як що далі робити? От, ну, чи ви очікуєте на те, що з'являться ініціатори, які там об'єднають цю сферу, чи все ж таки ви очікуєте якісь дії від уряду? От конкретно, просто тезово, коротко. Тезово – это единственный ответ. Мы организуем тех людей, инициаторов, которые пойдут и будут биться за свою отрасль, будут добиваться, чтобы нас услышали. И мы надеемся, что в ближайшее время наш президент, гарант Конституции и Министерство иностранных дел нас услышат.
Дякую вам дуже. Бажаємо вам успіху в цьому. Ну, здебільшого, ми ж всі там любимо подорожувати. Хотілося б, щоб все це стало на ті рейки, які були, принаймні, до початку коронавірусу. Сподіваємось дуже на це. Дякуємо. Ольга Дяченко, генеральна директорка одного з туроператорів України, була з нами на зв'язку. Ми рухаємось далі ще до однієї резонансної теми, яка пов'язана з першою темою, яку ми зараз обговорювали, транш від МВФ. І на що ж мають піти гроші? Отже, Арсен Аваков просить виділити ще 2,5 мільярди з антикоронавірусного фонду на доплати структурам МВС. Про це йдеться в листі Міністерства до очільника уряду Дениса Шмигаля. Зокрема, там написано, що ці гроші планують спрямувати на доплати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, органів та підрозділів цивільного захисту, поліціянтам, які забезпечують життєдіяльність населення. І нагадаю, лише у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету України. Ними, зокрема, передбачили зростання видатків на Міністерство внутрішніх справ на понад 195 мільярдів гривень.